Всем привет! Как и обещала, сегодня покажу, как можно сделать классные, легкие и практичные резиночки из ленивых косичек. Изделие пользуется огромной популярностью. Что понадобится? Немного времени, парочка резинок, узкая атласная лента шириной 1 см или тоньше. Декор можно использовать любой, у меня симпатичные блестящие сердечки. Сейчас зима, сезон шапок и шарфов. Такие резиночки просто отлично ведут себя в носке. А если подобрать спокойный цвет, то такое украшение можно носить и в школу. Как видите, резиночки сделать очень просто и быстро. Спасибо за просмотр, пока-пока! И не забудьте поставить лайк моей принцессе!